Француз Ричард Орлинский, хоть и впервые представляет свои работы в Москве, российским коллекционерам-мигрантам знаком давно. Так что в своем успехе он не сомневался. Металл и пластмасса – любимые материалы Орлинский. Цвета он использует самые яркие. Я интересуюсь несколькими вещами. Прежде всего, природой животных. Но обязательно в сравнении с человеческой природой. Мне любопытна дикая сторона человека, его страхи. Сравните. Животное, если и убивает другое животное, то лишь для того, чтобы жить. Человек же может убить другого человека просто так.